В департаменте полиции Нур-Султана прокомментировали видео задержания группы людей, среди которых, по некоторым данным, были известные криминальные авторитеты. Видео появилось в соцсетях. По некоторым данным, в ходе оперативно-поисковых мероприятий полицейские города Нур-Султан задержали главных криминальных авторитетов – Дикого Армана, Алиба Семского, а также группу лиц из их окружения. Как известно, Арман Джумагильдиев, он же Арман Дикий, приехал в столицу в гости, встречающая страна Алиба. Их посиделки в элитном ресторане столицы испортили нагрянувший спецназ. Все они были доставлены в отдел полиции для профилактических мер, говорится в описании к ролику. При проведении оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий в одном из увеселительных заведений сотрудниками полиции задержана группа лиц в количестве 6 человек. Со всеми лицами проведена профилактическая беседа, сообщили в полиции.